Здравствуйте, друзья! Вас приветствует канал Лепус52, я Пустовитый Леонид Андреевич. Сегодня решил выточить небольшую вазочку из березового полена. Вот заготовка у меня уже стоит в токарном станке. Я просверлил три отверстия с обоих сторон симметрично и выточил из красного дерева три пробки. С одной стороны и три пробки с другой стороны. Вот я хочу выточить с нее небольшую вазочку. Здесь вот я уже начал готовить место для посадки в патрон. Обточу, вставлю и начну точить дальше. Что у меня из этого получится, ну, вы посмотрите, будет видно. Я все это буду снимать. Буду снимать как можно больше, чтобы видно было, что я делаю. Говорить и рассказывать о тех вопросах, которые что происходит и что я делаю, я не буду. Потому что и так все понятно из того, когда эта деталь обрабатывается. Итак, друзья мои, поехали. Вот почти подготовил болванку, сейчас подготовлю место для посадки. Буду работать местелем. Данную кромку обрежу и начну подготавливать под конус, то есть что получилось конусная вазочка небольшая. Что получится, ну, будем смотреть. Буду работать малым веером. Thank you.
Вот здесь столкнулся с сучком, который не то что дал трещину, но находится очень и очень глубоко. Попробую его залепить клеем. Что из этого получится, посмотрим. Конечно, но никуда не поденешься, никуда не делаешь. Все-таки, когда есть трещины, лучше не точить. Ну, на этом, друзья мои, все. Это видео я заканчиваю. Сейчас немножко приберусь, соберусь с мыслями и выточу небольшую чашу из липы. До скорых встреч. Несколько дней назад, дорогие друзья, я точил вазочку. Точил из березы. В этом же видео я показывал, как она у меня лопнула. Сегодня я ее нашел и решил все-таки выточить из нее. Вот что у меня получилось. Как я и говорил, сделанные вставки из красного дерева, три штуки разного диаметра. Ну, вот эта часть получилась немножко тоньше, чем я планировал, потому что здесь были трещины, и трещины выкололи большое количество материала. Ну вот, решил сделать ее вот таким образом. Вот что у меня получилось. Так что не все материалы, как говорится, можно выкидывать. На этом прощаюсь с вами. С вами был канал Лепус52 и я, Пустовойтов Леонид Андреевич. До свидания, всем удачи и успехов в вашем нелегком труде. До скорых встреч!